Да-да, именно так выглядит настоящий мужской конструктор. Выбрали время, наконец занялись проектом 2108 «Акула». Не забудьте подписаться на канал и покажем вам полностью собранный автомобиль. Решили заменить полноценно подвеску. Это у нас передние подрамные конструкции, усилители, новая подвеска. Рулевые тяги новые с регулировкой. Спасибо большое автопродукту. Сделали нам по индивидуальному заказу несколько определенных элементов. У нас также здесь немаленькая часть дополнений. У нас здесь промвал. Он сделан для того, чтобы установить его вместо одного из валов. Тот, который пустой, длинный, он будет заменен на короткий. Соответственно, у нас будет два коротких усиленных. Это именно усиленные. У нас передняя тормозная система четырехпоршневая. Ну, соответственно, здесь еще много различных элементов. Но это у нас не все. У нас также будет полностью заменена задняя подвеска. Убирается балка, ставится независимая многорычажная подвеска. Также от автопродукт. Именно эту подвеску мы будем ставить одни из первых на автомобиль. Уже были установлены они, но у нас она пролежала, наверное, около года. Соответственно, чтобы не терять времени, мы доработали все, что нужно. Проработали заднюю подвеску, заказали новые пружины, какие-то элементы заново покрасили, но еще работы немало. Также у нас задние тормоза, именно дисковые, не барабаны, как идут с завода. Ну и, соответственно, они вентилируемые. То есть есть дисковые с одной частью, без вентиляции, эти именно вентилируемые. Есть определенные элементы, такие как переходники, мы их будем однозначно менять. Здесь в старой закалке металл, будет дюраль, легкий, прочный, ну и, соответственно, надежный. Машина сейчас полностью разобрана. Кто не знает, что это за проект, это 2108 «Акула». Можете просто в Яндекс зайти и посмотреть фотографии по этому автомобилю. На YouTube очень много видеороликов, также на нашем канале, как мы ее собирали, как она выглядела в принципе раньше, как она была, когда собранная выглядела. Но сейчас, после большого числа доработок, именно такой комплект подвески очень редко можно встретить полностью собранным на, в принципе, на ВАЗ-2108, так как изначально это было 2108 97 года. Ну а сейчас, соответственно, это автомобиль на турбине с немаленьким ресивером. Спереди у него будет также радиатор охлаждения, турбонаддува. Здесь еще нужно наводить порядок под капотом, но это, скорее всего, будет следующий этап. Машина, конечно, немного припылилась. Мы занимались работой, занимались определенными процессами. Не успевали заниматься машиной, она примерно год стояла, но сейчас уже в новом ключе будем заниматься машиной. Установим подвеску. Очень интересно, как себя машина будет вести именно со всеми этими рычагами, с усиленными. Тем более задней независимой, я даже не представляю, как машина будет держать дорогу. Если у кого-то была уже практика, кто-то уже себе устанавливал подобную подвеску, хотелось бы, чтобы вы в комментариях описали свои ощущения. Может быть, какие-то советы при установке, возможно, при небольшой корректировке. Но, насколько я знаю, ребята из автопродукта делают одни из самых крутых вещей для доработки российских автомобилей. Можете зайти к ребятам на сайт, посмотреть, чем вообще они занимаются, на какие модели у них есть та или иная продукция. Сами они спортсмены. Разрабатывают все для гонок по кольцу. Ну, возможно, и не только. Я думаю, что вы уже сами, если вам будет интересно, ознакомитесь. Но нам же остается пожелать только самим же себе удачи при сборке. Ну и в любом случае, как только мы установим всю подвеску, поставим
машину на колеса. Будут первые заезды, будут первые пробы. Пока не будем внешнюю собирать, уделим этому вниманию немного позже. Соответственно, отмоем автомобиль, чтобы он горел, он черный, угольный цвет у него глянцевый. Все это очистим, будет как новенькое. Ну а пока всем до скорого. Не забываем подписываться на канал. Здесь, на этом канале, будем делиться с вами новыми роликами, связанными с этим проектом. Но и не только. У нас очень много проектов. Мы занимаемся разработкой очень крутых проектов. Одни из лучших в России. И также позиционируем себя как компания, которая занимается исключительным дизайном, разрабатывает и выдвигает уровень российских разработок на мировой уровень.